Давайте посмотрим, блядь. Майбах. Майбах. Усвоил. Как еще раз называется, просто забыл, блин. Я включил типу свой демгон, загнался, это видно по его глазам. Сколько бы ни скурил газа, он помнит, что никогда не сможет так же сам. Я легенда, ведь ты слышишь, как говорю, это в майк. Когда я делаю тяну грязный, чувствую себя, как рыпущий Майкл. Если ты не респектуешь мою жопу, или ты хочешь проверить меня, у меня дохуя есть что терять, так что не вынуждай меня это терять. Они все жесткие, пока не встретят хуйню, из которой вылетают пули. Стал знаменитым. Только мой флоу принес кэш вместе с уважением улиц. Свинцовые псины готовы к полету, и все, что осталось, командовать взять их. Они пиздят мои панчи и строчки, будто это я им скомандовал взять их. Мы с пацанами в салоне, он большой и мягкий, это называется Майбах. Едем как будто ток из ювелирки. Че, нихуя не понимаю? Сны льдинки сверкают на пальцах. О, это Ехил, что ли? А вы типа смешные, да. Гальцев, узкие глаза. Это китайцам, бро, я просто обфагался, все, что я хочу. Типа трип во время мойки машины, иди. Я правильно же понял? Типа трипуют? Ты не мой друг, тогда блядь, чего вдруг я сейчас должен тебе улыбаться? У этой суки нет шнурков на ботинках, но она вынуждена нагибаться. Я включил типу свой демгон, загнался, это видно по его глазам. Сколько бы ни скурил газа, он помнит, что никогда не сможет так же сам. Я легенда. Знаете, на что похоже? Я сейчас скажу, это чья идея. Ты слышишь, как говорю, это в майк. Когда я делаю Диану грязной, Бес чувствую найду. Себя, как рыпущий Майкл. Я не барс, но я синоним к слову бас. Я не пас, если кто из вас мне даст напас. Не напрасно закончил так много классов. Я не саны, но могу тебя размазать. Все деньги на мне как шалава. Деньги любят соду лава. Я люблю их, это правда. Я его, сука, не снимаю джинсы, чтоб чувствовать деньги в карманах. Кастую без магии, палочки, мне нужна мула. Это и есть моя мана. Я люблю милку, одну маму я бы не трахнул. Это и есть моя мама. Короче, настолько странно, но это, ну, мне просто, я вот хотел сказать, что притягивает, типа, я вот все равно, ну, как бы, нихуя не происходит, одна локация, ты не понимаешь, что за хуйня, ну, как бы, тебе интересно, что будет в итоге, ты блин, реально же, ну, есть такая правда, хуйня же. Глядя на твоих типов, будто смотрю 6 кадров, это и я не понял, блядь. Титры классные. Титры охуевшие. Гриффит? Что за гриффит? Что это такое? Что за гриффит? Объясните мне, блядь, я нихуя не понял. Вообще. Да что за гриффит, блядь? Нихуя не понял, но очень интересно.